17-й бойц убьет, рефери Луцкий, боковые судьи, первый стол Саманский, второй Жильников, третий Микоян, четвертый Решетников, пятый Китвеев. Семнадцатый бой, второй четвертьфинал весовой категории до 91 килограмма. Красному гуринга Мурат Юлдашев, Псковская область. Синему гуринга Александр Карпик, Новгородская область. Резерв боя судья первой категории Юрий Луцкий, город Черняховск, Калининградская область. Готовится к выходу в ринг 18-й паре боксеров. Андрей Заровный, Республика Коми. Артур Ахметьянов, Ленинградская область. Судейская лига, рефери Петрашко. Боковые судьи. Первый стол Барбенко, второй Шишенин, третий Першин, четвертый Артур Романов, пятый Никуленко. Ввиду явного преимущества победу в этом бою одержал боксер из красного угла Мурат Юлдашев, Псковская область.